Я сейчас переписываюсь с той девочкой, которая всю ночь шла по лесу под обстрелами, перешла границу с Украиной. И она провела 12 часов в бомбоубежище, плакала. Там все плакали, и было очень страшно. Я у нее спросила, что передать детям, которые мне каждый день в комментариях пишут: «Бомбезного вам утра». Она сказала: «Передайте им, что матери российских солдат будут бомбезно хоронить своих мальчиков в пустых могилах. Потому что тел их мальчиков они не получат. Их разорвало».